Всем здорова, ребят. Ну что, у нас сегодня немецкий сервак, как обычно, отличился. Я бегал, игрался. Написали. Серега скинул мне в телегу инфу. Сейчас покажу вам новую акцию топовую, заодно и зафармлю уже. За пределе попробую пофармить на минимальных левелах, потому что надо фармить его, хочешь не хочешь, а героя надо постепенно доставать. Заодно и посмотрю, что там делается у меня с прокачками здесь. В общем, поехали. Это я вчера вам показывал за логин. 123 раза мы логинились, 7 скинов получили, 13% лучше, чем 13% игроков. И вот, ребятушки, новая акция у нас сегодня стартовала, довольно-таки неплохая. За вход, за логины вы получаете определенные плюхи. Сейчас я разберусь, какие плюхи тут будут у нас. Ну вот, до следующего. Акция длится, нифига себе, 23 дня. И вот, кстати, нормально то, что можно получить, я не знаю каким образом, 18 логинов — это верхние плюхи, 20 камешков топовых — вообще неплохо. Ну, здесь это немножко, это два ролла, потому что здесь по 10 камней ролится. Так, сейчас попробую разобраться с самими правилами, сколько надо. Так, длится она дофига, 23 дня, это, конечно, круто. Каким образом заходить. Насколько я понял, следующий приз будет доступен, наверное, раз в 12 часов, скорее всего. Если следующий открывается через сутки. А это типа скоро. Не знаю, типа, или в этих сутках, или как, в ожидании, что-то непонятно. Ну, в общем, за 4 логина, насколько я понял, это верхняя шкала, можно будет получить пыльцу, камешки, камик Рокки 5 и рунки для улучшения эмблем, 10 камней, 200 драку, тоже неплохо, 6 камешков, СО, мешки зефира, хоть и первого левела, два мешочка, скорее всего, восьмые эмблемки. Так, сменки. Ну, я вам скажу, камни пламени 10-го таланта и по 300 этих, довольно-таки неплохо. Неплохая акция. Что еще есть здесь? Шоплодеры у нас. Так, это питомцы. За питомцев тоже неплохие плюхи. 15к тратите, получаете нормальные плюшки. За самик халявы нету. Не, нету халявы за сам. Такс. Это у нас что такое? Понятно. Так, магазин открылся. За 20 монет одна штука. Да вы что, угораете? Вот, кстати, новые, ну, не новые, а вот на суперпатов на Айсе за самики продают. Ну, что я могу сказать? Акция довольно-таки неплохая, но почему-то она есть только на немке. Не знаю, или будет это на других серваках, но, скорее всего, если здесь запустили, то, думаю, за логин и запустят и на всех остальных серваках. В принципе, довольно-таки неплохо. Учитывая, что плюшки хорошие, и наконец-то они сделали возможность логиниться, насколько я понял, там раз в сутки, потому что на длительные она не сутки идет, а идет практически месяц. То есть шансы довольно-таки, ребят, неплохие. Давайте бесплаточку заберем. Отлично. Идем за пределе, а у нас тут ни хрена не зафармлено. А, то мы сейчас должны нормально фармануть с вами. Сейчас будет просто изи.
герои вообще без эволюций. Они будут у нас тащить. Шапка, минотавр. Нифига себе, одни минотавры на начальном этапе. Вы что, издеваете? Ого, атлант включился, что ли? Что это было? Думал, сейчас они все нафиг сольются. Поэтому ждем на русском сервере. Конечно, не точно, что она будет, но акция довольно-таки хороша. Хотя бы раз в 12 часов заходить, то есть, ну, судя по тому, что я видел, то у нас следующий приз получается на следующие сутки, через 24 часа, а эти мы должны в этих сутках забрать, то в принципе неплохо. Неужто мы сегодня зафармим Некроса? Осколки, я его здесь соберу. Надо как-то стараться пропускать. Герои вообще, как видите, они вообще не вкачаны. Это на айсе можно еще бегать. Пока держится. Мне б сюда пищеловника вытащить. Надо как-то собирать самоцветы, копить по чуть-чуть. Ай-яй-яй. Ну, не страшно, в принципе. Так, ну, дошли мы до босса. Посмотрим, что у нас сейчас на боссе будет. В принципе, тащим. Тащим, ребята. Да-то что? Я здесь даже не проходил эту локацию, честно говоря. Это так было. Падло, но надо постепенно начинать фармить ее. Такс. Так, отлично. Да что, отлично, умыслились. Все, пришел писец, ребята. Писец подкрался незаметно. На этом все закончилось. Хотя, блин, раньше без проблем фармили первую лаву. Но тут, конечно, герои вообще никакие. Но у нас есть еще одна попытка, один шанс. Или нету, подождите, здесь крови нет уже за первые эти. Короче, знаете, как это называется? Закатай обратно. Вот это так и называется. Все, это без вариантов. Ну, Ронин единственный вариант, и папашка. Нифига себе, просто изи, ребят. Посмотрите, что Пубашка сделал. Красавчики. Вот это красавчики. Ну а дальше, что мне делать? Дальше это однозначно слив. Супер пэты уже сразу появились. Ну, Пубашка, конечно, это была наша надежда. Ну, либо вариант Ронин, но Ронин... Если даже смотрителя у нас нету. Короче, не судьба. Ну, надо качать аккаунт, других вариантов нет. Так, коробочку потратили, ничего толкового. В принципе, мы не вытащили, к сожалению. Итого, что у нас получилось. В итоге мы получили херню по осколкам. К сожалению, вот такие вот дела, ребятушки. В общем, пишите, что вы думаете по поводу новой акции, но я считаю, она реально очень крутая и полезная.
Будем надеяться, что ее введут завтра на русском и на остальных серваках. Всем удачи, всем пока.